Всем привет. Значит, поговорим вот о такой новенькой особенности файлового менеджера Nemo, как раз вот по результатам писем. Вот правильно пользователь пишет. Раньше по правой кнопкой мышки можно было флешку отформатировать, а сейчас какое-то извращение, даже это убили. И как людям такое ставить, которые кроме окошек ничего не видели, не знаю. Легко убедиться в правде его слов. Вот смотрите, вот у меня флешка. Если раньше в меню всегда выскакивало сделать там загрузочный накопитель, то, как видим, из этой менюшки мы можем ее только отформатировать. Но если мы откроем файловый менеджер Nemo, пойдем точно на то место, где мы знаем, что у нас находится файл ISO, и нажмем по нему правой кнопкой мышки, то вот появляется долгожданная надпись «Создание загрузочного USB накопителя». Ну, зачем это было сделано, собственно говоря, мне и самому непонятно, потому что в старой версии было удобнее. Сразу появлялось и отформатировать флешку, и сделать ее загрузочной. Я ему так и написал, что там они еще в носу наковыряют, не знаю. Вот. Абсолютно прав пользователей, что в старой версии, как говорится, было удобнее. Что, значит, я еще сделал? Я, значит, в терминальчике завел вот эту команду рекомендации по флешке. Ну вот здесь она, значит, пишет, что никаких пропавших или недостающих пакетов не обнаружено. А первый раз она мне выкинула, что вот порекомендовала установить вот этот пакет. Я его поставил, ну, надеюсь, что теперь будет все получше. Дальше, значит, опять-таки, вот человек пишет. Установил на ля-ля тополя, так, пишет, разрешение экрана, не смог поставить драйвера, поэтому установка матерится. Но я тут далеко ходить не буду, вот у меня, значит, проблем нет, видите, у меня разрешение экрана 1920 на 1080. То есть здесь действительно вам нужно, значит, будет повозиться. Вот, видите, я иду на экран. Значит, повозиться с настройками, посмотреть, потому что железо у каждого, значит, индивидуальное. Поэтому просто посмотрите повнимательнее, что можно сделать. Здесь я, как говорится, не могу ничего конкретно рекомендовать. Вот. Ну, вот пишет, что, значит, нравится ему Cherry 3 и Variety. Действительно, эти программы, скажем так, с очень большим потенциалом, и пользователи их очень любят. Поэтому, значит, Джон, спасибо вам. Вот. Но практически, как бы там ни было, теперь вы знаете, что все-таки не нужно, значит, копаться в терминале, значит, в поиске этих команд. Хотя я, конечно, теперь уже сделал отдельный, значит, такой заголовочек. Вот, запись из образа на флешку. Что даже если что-то там непонятно, вот вам тут с примером совсем, как через терминал, значит, записать образ на флешку. Вот, так что в следующей редакции, как говорится, все это дело увидите. Ну ладно, желаю, значит, всем всяческих удачи, успехов.
до новых интересных сообщений.